Ребятушки, всем привет. Тут такая интересная история. Приехал на квартиру клиента, и он говорит, я вообще даже не замечал, то есть, что у меня есть клопы, там, что кусают меня туда-сюда. Я просто кровать осматриваю. Вот это белое, это все клопови личинки. Это просто жесть. Вон там у них логово. Вот, смотрю. Здорово, брат. Ну, извини, что на балконе. Ну, так пришлось. Вот. И здесь тоже смотрю. Все черно. Одни их не фекалии. То же самое. Шум и гам в этом логове жутко. Вот так вот. Такие дела. И вот, то есть, на полу они уже